Десятилетний казахстанец Насыр Тарлабек выиграл мировой чемпионат по игре на аккордеоне. Престижный конкурс под названием «Мировой трофей» впервые проводился во французском городе Монтаржис. И впервые за 60-летнюю историю этого трофея его выиграл юный аккордеонист из Казахстана. Насыр учится в республиканской специализированной школе для одаренных детей имени Ахмеда Жубанова, а также является учеником прославленного аккордеониста Галымжана Нарымбетова. К конкурсу Насыр готовился очень серьезно. В финале его соперниками были музыканты из Сербии, Украины и Франции. Казахстанец свои 10 лет уже имеет за плечами победы в различных международных конкурсах. Жюри высоко оценило уровень Насыра, присудив ему победу в мировом чемпионате по игре на аккордеоне в его возрастной группе. Моя мечта – прославлять наш Казахстан на международной сцене. Вот об этом я мечтаю. И еще один радостный момент. Больше полувека назад, в 1964 году, открылась музыкальная школа для одаренных казахстанских детей. И вот этой школе исполнилось 60 лет, и мы с Насыром такой подарок подготовили. Из школы для одаренных детей имени Ахмеда Жубанова вышел такой ученик и стал чемпионом мира.